канун этого Нового года мы, наконец, решили поиграть во что-то помимо футбола. Страшно аж стало! Сегодня вас ждет нечто новое. Две команды начинают тащить туалетную бумагу одновременно. Приготовьтесь, будет интересно. Так я же не знал. Всем привет, друзья! Вы на канале футбольного клуба «Динамо Минск». С вами я, Влад Высокий Футбол. И сегодня вас ожидает новогодний челлендж с игроками «Динамо Минск». Вот они все! Прекрасные, красивые и нескромные. Ну и я вам сейчас представлю первую команду, которая состоит из Влада, Вовы и Даши. Их название – ГОЦ! Ну и вторая команда, сейчас я вам ее представлю – Рома, Алексей и Аня. Их команда называется… Джентльмены удачи. Вот, это кайф. Это просто кайф. Команда представлены. Погнали в новогодний челлендж. Давайте вместе так. Ну и первое задание, которое ребят ожидает, это Bottle Challenge. Все максимально просто. Они берут бутылку и катят ее так, как они смогут. Попадание в первый промежуток приносит 1 балл команде, во второй 2 балла, в третий 3, здесь 0 и здесь, соответственно, 0. Побеждает та команда, которая заработала большее количество баллов. Поехали. Можно начинать? Конечно, конечно. Пожалуйста. Че смеешься? Это 2 будет. Один, это у тебя один. А, не, стой, нет. Нет, ты... Два. Стой. Спасибо строителям за 1 балл. Один балл. В смысле один? Так подожди, вон линии касается, нет? Нет, так что? Так еще не остановилось, подожди. Давай подождем все вместе. Ну, конечно. Не, не, ну, мы проекцию смотрим на 2 балла, ну, на 1. 2 балла, ну? Я как ведущий. Да, ну, давайте. Не дави на меня. 1. Хорошо. Какая ювелирная работа. Если падает со стола, то что? Ноль? Понимаешь, ну, да? Ну, стол, пожалуйста. Бутылка кривая. Или стол. Ты строитель? Строитель? Полный. Кстати, не, но сейчас я, честно говоря, если она становится на линии, я засчитаю 2, потому что она фуна. Ну, типа, как большая часть. Сейчас я засчитаю. Ну, это же я здесь управляю всем, боже. Можешь даже 3 засчитать. Нет, 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 пока нет. 2 балла хватит. Да? Ну, это вообще... Честно? Супер ювелирная работа. Ну, и в троечку. Ну, куда? Вы, кстати, да можете, такого быть не может. С этой стороны вы с этой стороны. А еще с той стороны можно. Уже нельзя. Сейчас команда GOATS вам продемонстрирует свою попытку. Давай, погнал. Не, ну. Назад. Видимо, попытка была. Назад, попытка. Назад, назад. Это 0. Дашка легко 0. Блин, ну это за нас или за Дашку? Я. Это похоже. Они реально, они под копирку. Сразу видна одна команда. Они просто одинаково сделали 2. Мастер, мы бы могли выиграть нормальным счетом. Сейчас будет 3. Сейчас будет 3. Володя 4. Надо легонечко, совсем легонечко. Смотри, как он, смотри, как пальцы. Ой. Не, ну это... Не, ну это сильно. Это разгром, это разгром. Это разгром. Назад может. Подожди, назад может. Не, она попадула. А вы тоже дули один раз. Посмотрели. 2 балла засчитаем, потому что все равно в этом челлендже очевидно, что победила команда. Просто -5 принес. Ну а сейчас игроков «Динамо Минск» ожидает челлендж на реакцию. Стоит футбольный мяч, кто первый его забрал, тот и победил. Давай. Ну что, давайте, вы готовы? Давайте, колени, пятки, голова, мяч. Мяч? Ты тоже послышалась на мяч? Я че? Да, я какой-то мяч. 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 Бяч сказала, не мяч. Помогаю. Нет, до пяток, а потом он бяч. Я смотрю, Вакула тоже думает, типа, мы не брали даже. Ну а сейчас футболисты «Динамо Минск» ожидает высшая лига челлендж. Мы подписали каждый из стаканчиков команды, которая выступает в высшей лиге. Попадание в каждый стаканчик приносит по 1 баллу. Погнали. Ну что, первая команда, джентльмен удачи, я верю в тебя. Давай. Нормально, ты веришь. Если что, челлендж заключается в том, что ты попасть должен. Так я же не знал.
подай. Я сегодня в казино. Я сегодня в казино играю, я выиграю сегодня. Давай поправлю чуть-чуть. Мне же так в сезоне нам летело в ворота. Если бы Его стал там, все бы залетело. За столом? За столом встал. Они в первую голову. Да. Туда бы все залетело. Данила снимает. Его, привет. Второй. О, есть один балл. Ну это да, это аут. Аут минус один. Два балла. Ты либо... Батэ упал. Будет а ты внизу. Ну это два балла за то, что батэ упало. В следующем сезоне их не будет просто. Походу греча обратно надо забор перекрашивать. Зато тащит команду. Это я не попал. Ты в первый раз. Не то чтобы... Блин, неплохо. Нормально. Сейчас приступаю к своему заданию, команда Goals. Погнали. Мы верим в тебя. О, цивильно. Сколько он от газона? Первым же наговорил. Что говорить? Еще что-нибудь? Не попадет. Пока одно очко. Получим его клуб. Все, можно? Да, да, конечно. Приступаем, мы следим, чтобы не было подписок. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, ну как-то. Капитан подсказывает. Вау! Ой. Вот это прокатилось. Хорошо, да, да. Блин. Слушай, обидно. Все на тебе. Обидно. Все на тебе. Все или ничего. Сейчас три из трех. И все. Уже хорошо. Уже начало положено. И прикинь, сейчас в три стакана. Одним мячом, да? Да, один. Да, один. Прыгали опять. Давай я вот возьму эту хапку. Третий челлендж закончен. Третий челлендж окончен. Вот так вот получилось весело. Спасибо. Хоть чем-то поможет. А четвертый челлендж по предложению Алексея будет называться А4 челлендж. Все максимально просто. Берем бумагу, становимся вот так вот и тащим на себя. При этом две команды начинают тащить туалетную бумагу одновременно. И первая команда, которая притащила к себе стаканчик с водой, побеждает. Погнали! Давай. Не спеши, не спеши. Ну и что я сделаю? Все. И что мне делать? Да, если вот так порвало, все? Да. А, ставится? Делайте, продолжайте. Серьезно? И давайте один дубль на все. Давай. Не спеши, не спеши! Не сможешь! Обрывай! Дайте обмыть! Почему после меня всегда мокро? Быстрее. Слушай, ну опа, ромки, все. Как они, а? Представляю. Цекань хитрый. По чуть-чуть, не спеши. Давай. Чем я с мячом? Что еще второй делает? А, да, тебя я думал, что второй. Правила последнего челленджа. Все максимально просто. С одной стороны одна команда, с другой стороны другая команда. И та команда, которая передует другую, победит. Погнали. Мяч. Мяч, пишет. Чуть не сожрали, как будто. Я стоял. Страшно аж стало. Вар сказал, что команда эта проиграла в этом раунде. А ты с кем Вар смотрел? Я? Не с тобой, поэтому от тебя мы проиграли. Это я понял. Раз. Тихо, не выплюнь. Раз, два, три.
Нет, ты когда летишь сюда, как ты думаешь? Украли его отсюда, слабое место нашли. Иди. Все, ты раунд. До трех побед, да? Давай, до трех побед. Что она курит, я не знаю. Мальборо, блин. До трех побед договаривали. Чего-то она была. Раз, два, три. Ветер туда дует. У них просто, у них есть тактика, у вас нет тактики. Все, да. Короче, просто они дуют вот сюда. Вне зависимости. А мы нюхаем просто им себя. Они дуют, мы нюхаем. Вдыхаем себя. Все, всем спасибо за просмотр. Я поздравляю команду победителей. Джентльмены. Джентльмены. Это было очень неплохо, кстати. И, кстати, я благодарен команде GODS, которые тоже постарались и навязали борьбу. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал футбольного клуба «Динамо Минск». Ставьте лайки. Это было очень весело. С наступающим. Пока! С Новым годом! Ой, ой, ой.